Значит, короче, так, лето. Летом я, как всегда, уже много лет и даже десятилетий подряд берусь за стихи. Свои старые переправляю, довожу до ума. Накопленные набросочки обрабатываю. И вот сейчас пошел. Вчера сочинил стих. Вот сейчас переработал старый 81-го года. Марта. Собственно, первый стих мой вообще в жизни. Такой, похожий уже на то, чего я хотел. Я все с ним бился и не мог до конца вычистить, вышаркать и сделать именно то, чего я хотел. Вот сейчас, мне кажется, смог. Наконец. Сейчас зачту. А потом еще мы под него подложим музыку, я знаю, какую и как это делать. И будет новаторская. Ну, как новаторская? Новаторства в этом ничего нет. В сфере музыки, собственно. А вот в сфере поэзии будет радикальный такой глупый ход. Но оно и без музыки радикальное, хорошее, жизненное, правдивое, отличное, молодежное стихотворение. Там еще к нему куча комментариев, пояснений, ритмического разбора и всего прочего. Сейчас я это допишу и выложу позже. А сейчас пока стих сам прочитаю. Так, вот так. Сяду. Понеслось. Про весну. Начало 80-х, там все про весну. Весенние юные годы. Поехали. И вот в тебя затрубил, примерно как скажем, джаз. Вой, виск, блеск, лязг, гром, грохот, слепящее солнце и медь, потому что растаяло. Вот чего тут происходит сейчас, потому что растаяло. Вот чего. Эть твою медь. Уже. Мир внезапно, как точно пацан на каникулах, наконец-то объявленных, ну а ты в нем внезапно теперь самый центр всего грома и грохота этого, центр скрежещущего этого лика, Ваня, вдруг оказываешься. Ибо да, заслужил, дотерпел. До такого теперь, не, погоди, дотерпел до такого, которое только что заумью изложи. Потому что оно, эх, ого, потому что оно, ох, эге, потому что же таять ведь начало, ведь растаяло. Дербушил, это, братцы, Галим. Хоп, хей, гоп. Оу, е. Дотерпел.
до такого, что даже теперь можно шапку сунуть в сумку. Впервые за чуть не полгода и типа лететь, как на гребне волны, ощущая со страшной силою это именно все. Вот сейчас ведь, никогда-нибудь в будущем, сейчас, и оно не кому-то, а именно вот тебе. Просто так, ни с того ни с сего, это самое то, именуемое кое счастье. По-моему, зашибись. А подложим мы под это, знаете что? Чтоб на фоне чего все это должно читаться. Сейчас я заведу. Сейчас я заведу, на фоне чего оно все будет звучать. На фоне вот этого. Вот такой все время дикий барабанный звон и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну а потом будем еще этот звон варьировать, туда-сюда вставлять, переделывать. И т.д. и т.п. Уф! Я кое-как после диких, чудовищных сумерек из них выныриваю, и все попрет, я надеюсь. Чирик-чирик, благодарю за внимание.